Исполнительные органы власти и различные организации продолжают проводить прием граждан. Так, обсудить с горожанами насущные вопросы 10 февраля готова председатель Мозырского районного совета депутатов Галина Михайловна Кудина. Желающих приглашает в общественную приемную Мозырской районной организации Республиканского общественного объединения «Беларусь», расположенной по адресу город Мозырь, улица Советская, 160, кабинет номер 101. Время приема с 11 до 13 часов дня. Предварительная запись по телефону 25 37 17 с 9 до 11 часов дня.